Ну что, ребят, здравствуйте, всех приветствую. Мы, собственно, Колесо Фортуны решили снять, да, такие, бля, что, бля, давно ее не было, да? Если вы не смотрели прошлые серии, да, там ссылка в описании на плейлист, да, и подсказка там левом, правом, левом, левом, правом, блядь, или правом, левом, да, там в верхних углах, вообще в левом верхнем или правом левом углах будет подсказочка на прошлую, да, там серию, скажем так, да, Колесо Фортуны и на плейлист, в принципе-то. Вот. Объясню, в чем суть. Мы при помощи колеса фортуны, да, выбиваем три оружия себе. И у нас три дисциплины. Дисциплину выбираем как? Одну я, одну оппонент выбирает и одну выбирает Алиса. Правила очень простые, да? Очень простые. За каждую дисциплину получаем по баллу. В конце эти баллы, ну, суммируются. И у кого больше число баллов, тот выигрывает. Если у нас ничья получается, мы идем играть напарники, да, и там у нас есть счет, если вы знаете, да, в КС-ке есть счет, у кого больше счет будет, тому плюс балл, просто и все. Тот и выигрывает. Пока что, кто не смотрел, пока что 3-0, меня выигрывает, я проигрываю, блядь, но буду надеяться, что сегодня разъебу. Разъебу. Поэтому, Саша, подумай, надевать плетик обязательно, приятного аппетита кушать, приятного чипитика в Питере, 52, приятного просмотра. А мы, собственно, начинаем. Так, ну чё, я так кручу, сейчас первое оружие получается. С морем, блядь. Да хоть скажи, у тебя нормальное оружие или такое себе, блядь? Могу так сказать, что большая подсказка, это уже было. Вот это мне весит. Интересно. Интересно. Так. Так, второе оружие. Блять, первое пока интересное оружие. Довольно-таки. Ну ладно. Ну ладно. Это, Нравится. блядь, мне за прошлый. Кто не смотрел прошлый, там я с ножом, блядь, бегал, нахуй. Или с зевсом, блядь, нахуй. Пиздец вообще, блядь. Ебанешься, нахуй. Как сейчас помню, как, блядь, все, пизда, блядь, с Зевсом ебаш нахуй напарниках, и все, блядь. Да? Да. Третье оружие, блядь. Эх. Хочешь пока выбери дисциплину одну? Ну, как это, бой с ботами, давай. Бой с ботами? Дэм? ДМ. Так, хорошо, ща. Так, ну у меня оружие все выпали, в принципе-то. Бля, ну, скажу так. Ну, у тебя нормально, так скажем, так, типа. Ну, не так, что прям нормально. Но не так, что прям пиздец. Как в прошлой серии, да, там было, блядь, пиздец, вообще ёмаешься. Но, более-менее, пойдет, нахуй, пойдет. Так, чё, ты ДМ, да, выбираешь? Да. Собственно, хорошо. Я тогда выберу. А я выберу аимку. Пусть будет так. Ну, по стандарту, ебать. И одну выбирает Алиса, получается, да? У нас тут сколько? Раз, два. Три, да? То есть у нас три осталось дисциплина. Давай, Алиса, нахуй. Диана, блядь, чтобы еще найти ее, нахуй. Выбери число от 1 до 3. Алиса, пожалуйста. Число 3 она выбрала. Это что у нас? Напарники. Ну, напарники, так понимаю, мы, блядь, наконец, да, ставим так для вкусненького, чисто. Ну, понятное дело. Там уже все Так. было понятно. Да, блядь. Так, ну, где мое оружие? Ты забыл. Сейчас мы чуть выберем и вернемся. Так, что первое у нас будет? Левом конце. Нас АИМ, ДМ и напарники есть. Что Давай первое? АИМ. Давай АИМ. АИМочку первенькую. Да, ну так потренируемся, а на ДМ Ну уже. давай, давай, блядь. Ну, бля. Ну это вообще пиздец. Можно, в принципе, сразу тебе защитить, потому что я не знаю. Что, давай. Ну там типа без вариантов. Ну, хуй Ну я знает, первый. знаешь. Я тогда, блядь, с МП9 разъебывал нормально так. А с Евсом Не, сосал, брат, блядь. там вообще. Мне прям, знаешь, карма за те три, А, вот я не за знаю, те что три сейчас раза, которые ты сломалось. выиграл меня, да? Да, вот причем, когда мы закончим записывать, ты поймешь, в чем прикол. Ну окей. Чё, давай, я первый или ты?
Давай. Давай ты точнее. Давай, окей. Ну, то есть ты у меня. Давай начну со стоимости. Она больше 1000 стоит долларов. Блять, сука, стоимость. Не, надо записать ее. Да. Да я постоянно забыл точно. Точно. Сейчас, быстро. А, здесь даже легко, я ж помню, блядь. Бля, столько давно в КС не заходил, что, блядь, начал свое оружие гуглить, сколько стоит, хотя я помню, сколько вроде. Так. Что ты сказал про цену? А, больше 1000 стоит доллар в игре. Нет. Нет, не больше 1000. Так, ну, значит, это. Нет. Ну, окей, я понял. А, ну, количество патронов меньше 30, да? Ну да. Один, блядь, такой. Чисто Зевс там выпал, блядь. Ну, как мне, блядь, в прошлой серии, все, блядь. Так, ну прицел есть? Нет. Так, есть же, да, цифра в названии? Да. Так, у меня есть еще. Стоит меньше 1000. Количество патронов меньше 30. Нет прицела, но есть цифра в названии. Дистанция ближняя, да? Да. Ближняя, брат. Это считаю. Ты уже понимать должен, что это. Ну, это да, но с другой стороны, знаешь, это может быть два варианта тут. Нет, мы договорились, что примерно на как расчет. Ну, я понимаю. А если нож, например, выпал? Ну, тут получается вариантов как бы несколько. Да, я же тебе говорю, тут два варианта у меня сейчас сидит. Ну, брат. Ну, ладно, похуй, давай подсказку. Я не буду рисковать, давай подсказку. Подсказку. Ну, ты уже понял, что это два варианта. Да, да. Вот. И этот вариант используют полицейские. Ты Зевс? Да. Охуенно. Так. Бля, почему ты... А ты вот больше склонялся к чему? Я к Зевсу склонялся, но я думал, блядь, а если нож, к примеру, выпал? Я по эту подсказку взял. Ну, ты еще так сказал, бля, такой, ха, один патрон, может быть, я думал, Зевс? И ты так замолчал о чем? Так, что там, сколько? Один балл мне, кстати. Один балл у меня! Сюда нахуй. Давай, let's go. Так, ну сразу так, надо несколько. Больше 1000? Да, конечно. Больше 1000. Больше 30 патронов? Нет. Сука. Так, ну это... Ну прицел есть? Да. Да? Да. Так, уже... Так, а стоп, а сколько у этих уник? Там, и чтоб ты понимал, там вроде у всех вариантов меньше 30. А, нет, у одного есть 30. Да, но я просто не хочу, мне надо выписать, не хочу. Короче, есть цифра в названии? Цифра нет. Да, там число такое. Нету. Это аук? Ты хоть можешь еще спросишь, или ты уверен в своем ответе? Ну я... Ну у тебя еще есть вопросы про дистанцию и про, блядь, что? И подсказка, нахуй. Ну так стоп, если меньше 30... Ну если... Меньше 30 патрон. Есть прицел, но нет цифр в названии. Стоит больше 1000. А, меньше 30 патрон? Да, меньше. И нет. Ну тут, по сути... Что, остается ССГ? Ну, не знаю, я спрятал... Ой, это еще ССГ. АВП, АУК. Что подумал, что... Ну, может, про дистанцию так чисто, может, поможет тебе, не знаю, спросить. Дистанция, давай, дальняя? Да. Да, ну все, это АВП получилось. Бля, красавчик, нахуй, 2 балла получаешь. Да, ты мог просто замолчать, я бы сказал бы АУК. Ну, блядь. А, 3 балла, ебать, нихуя ты 3 балла получаешь, прикинь. Вау! Нихуя, блядь. Просто 3-1 уже всасываю. Ёбаный рот, блядь. Не, да, не тебя пал в этот раз. Да, нахуй. Ну, я ж охуел. Ну, там, блядь, пиздец дисбаланс. Так, и сейчас, чтобы, блядь, денег было дохуя, как сделать. Знаешь, пойти работать, ёбана, блядь. Знаешь, такая хуйня. Так, ну чё, готов ты, блядь? Я готов. Да.
Сука. Я слышу, блядь. Ну ладно. Пойдет, ёбана, да? Так, тихо. А, он, блядь. Попал. Блять! Давай, нахуй, давай, давай. Что? Ебать, там, там видно было. Прям чуть-чуть. Почему? Потому что я с другой стороны. Да, давай, как хорошо. Как хорошо разъёбывает. Знаешь, такая хуйня есть. Словещая слегка. Ну, сейчас подожди, может в дэме отсосу, блядь, кто знает. Ну, там тоже как бы не актерный. Ну, ну, тем более. Да, что? А, ну, это да. Хуйка не играл. Move it, move it. Нахуй такие коробки. О! О, попал по ножке, попал, блядь. Попал, я попал, блядь. Давай, 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 давай. Да просто. Ну, короче, это самое худшее, да, я так понял, у тебя оружие было? Нет. Нет? Что, блядь? Ну, как бы да, у тебя там нож, нахуй, или просто руки, блядь, что? Нет, ну там тоже не очень. Бля, батя, жалко, что ВП только один раз стреляет, не как этот, нахуй, Скар. По несколько раз хуяришь, все. Бля, ну здесь, я так понимаю, понятно, да, уже кто что? Или нет? Да, 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 для приличия хоть да отойти. Ладно. Вообще, я думаю, здесь честнее было бы, знаешь, хотя, не знаю, было бы честнее здесь граната тебе использовать. Охуенно, чел, блядь. Берет с писта хуй, у него Зевс, блядь, он с писта хуярит. Чего это Зевс, брат, это просто обнова. Да. Ну, как думаешь, было бы, типа, честнее так? Ну, чтобы ты гранаты хотя бы использовал. Ну, я не думаю, чтобы это не могло. Ну, типа, можешь каешку кинуть мне молот, и все. Все хорошо будет. Да, посидим, блядь, хули. Идешь нахуй. Что? Откуда? С другой стороны. Бля, бред. Ну а че с гранатом попробуем? Молот и эту, блядь, каешку. Ну так более, думаю, сбалансированно будет. Ну типа, видишь, ты, блядь, в любом случае ко мне не сможешь подойти так. Охуенно, блядь, чел. Флешки он ебашит, блядь, теперь. Бля, как будто с будуна, знаешь, такая хуйня, блядь. О, блядь. Ну, кстати, хорош. Почти. Идёшь, нахуй. Сука. Я хотел надеть. Ой, бля, перезаряжайся, нахуй. Давай, нахуй. Бля, еще с калаша начал хуярить, ебать ты, блядь. Ну, бля, ну там так все хорошо бы. Ну, бля, ебаный тайм. Ты как ебаный тайм. Только... Так. Ой, блядь, я нахуй. Ну, бля, гандон, дай закупиться. Бля. Дай закупиться гандон. Хорошо. Гандон. Да, я еще не закупился, Таня, я еще не закупился, Таня, я еще не закупился. Хорошо. Пидар, я еще не закупился, что я не сказал. А, блядь.
Подожди. Ну, бля, было бы эпично, если бы тебе ВП тоже выпал. Это было вообще пизда, нахуй, разъеб. Или Скар, знаешь, блядь. Такая хуйня. Даже еще не выпал. Нихуя попался по мне. Нормально. А-а-а, давай, давай. Почему так неудобно на тройку? Не, надо сейчас. А ты можешь выбрать, типа, этот, знаешь, как сделать? Тайзер выбрать и гранаты, блядь, чисто. И ты на Q нажимать, типа, на Q. Что нахуй, иди нахуй. Что? Не понимаю. У меня реальное непонимание мест. Бля, здесь, хотя, может, было честнее, что я без прицела, хуй узнал. Ну, блядь, это такое же, знаешь, типа, само эти, блядь. Само челленджи. Блядь, берет чел, раскидывает просто раскидку, как хочет, нахуй. Я причем к тебе шел, думаю, бля, либо ты в дыму, либо там за коробками сидишь. А ты в дыму был? Нет, я прошел мимо. Вот поебан. Так, команду, блядь, не забывай там, да? Все? А, мне хватает. Хуя даже так хватает. Так, и сколько там, сколько там, 2 балла, да, дает вроде за выполненную катку? Да, 2 балла. Получается 3-3 у нас, это ничья идет сейчас. Охуенно. Так, что следующее, так понимаю, ДМчик, да, у нас? ДМчик. Для ДМа у меня вот эта тема. Для ДМа, где она, блядь? А, вот. Не знаю, правильно, неправильно, но попробуем, что. Что, давай? Ты первый? Я первый. Да, но я же прошлый раз угадал первым. Патронов больше 30? Бля, вот это не помню, нахуй. Нахуенно, да? Больше 30? Сейчас. Что было, блядь, точнее, нахуй. Нет, не больше 30. Не больше 30. Да. Прицел. Прицел? Ну, как у ЭВП нету. А так, в принципе, есть. Ну а че, вот он, блядь. Стоит. Меньше 1000. Да. Сюда, так. Есть цифра в названии? Нет. Блять. Вот тебе и варианты, бля. Раз, два. Раз, два, три. Так. Что, стоп. У нас понятно. На средней дистанции. Блять, я даже не знаю, нахуй. Блять. Так а нахуй прогуглю, блять. Знаешь, такая хуйня уже началась. Да вроде на средний. Ну да, на средний, наверное, больше. Так, что я имею? Средняя дистанция. Ну, меньше 1000. Я прицела. Ну как, он есть вообще, в принципе, блядь, но не такой, как у ОВП. Есть цифра. Нет цифры названия. Нет. Цифры нет названия. У меня получается раз. Будет раз, два, три, четыре варианта. Ну он, блядь, ебись какой новый, это как. Не, ну хочешь, могу подсказочку сделать. Нет. Я тут. Там добавить. Дабл билет. Ты уверен? Да.
Дабл бери, это твой заключительный ответ. Да, все, больше не буду. Нет, это не они. А что это? 5-7. О, сука. Опять 5-7. Вот такая же была тема с 5-7. Да. Да. Вот гандон. Гандон. Да, нормально, нормально. 3-3 пока идем. Че, давай я, получается? Давай, давай. Так, ну давай начнем. Патроны больше 30? Нет. 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 А, прицел есть? Нет. А цифра? Да. Блять, мне за окном тут стрижут газон. Ёбаный рот, нахуй. Заебал ты, блять, выключи сухую. Так, меньше 30 патрон получается, да? У нас нет прицела, но есть цифра. Ты еще вроде про дистанцию. Не, дистанция ничего не говорил еще. Осталось больше 1000? Да. Дистанция дальняя? Нет. Что ты имеешь в виду? Ну так, чисто. Так, что я имею? Стоит больше 1000. Да. Меньше 30 патрон. Да. Нет прицела. Или есть? Нету. И цифра названия есть. Да, и не на дальнюю дистанцию. Угу. Но при этом больше 1000. Блять. Ну, с категории ты должен был определиться, а тут уже тоже рандомайзер. Тут пиздец рандом. Так, меньше 30, значит, да, у нас? Да-да-да. Блять, ну, два варианта есть, которые сейчас всплыли. Ну, да, не тут вот. Сука, ну давай, это МАК-7? Это точно, блядь? Да, МАК-7, дробовик. Окончательно? Да. Окончательно? Могу еще дать 10 секунд подумать. Нет, МАК-7 я выбираю. Нет. Блять, а что? МАК-7. Серьезно? Да. Члены МАК-7? Да. Нихуя. Сюда, нахуй. 3 балла получается. 6-3, нахуй. Да. Нихуя. Сюда, блядь. Возвращается, заранее нахуй. Знал, заранее знал. Блядь. Нет, а просто я думал, XM, этот, который, блядь, скорострельный. Да. Что я еще говорил, что он еще выпадал. Оружие какое-то выпадало. Я такой, ну, хорошо, блядь. Ну, ты выиграешь, получается. Ну, мне так кажется. В ДМе. Я забыл, что у тебя. У меня 5-7. У тебя 5. Ну там пизда сейчас начнешь с этими ботами, нахуй. Ну у тебя ты можешь хотя бы быстро бежать и ставить бомбу, нужно пока он, блядь, перезарядить. Даже Бля, вот бы прикольно, нахуй, себя в итоге, блядь, всосу, в принципе, в этом сезоне, нахуй. В целом. Да, вот один просто, один выигранная, и все, одна выигранная игра, нахуй. За весь сезон, блядь. Let's go, чё. Опа. Блять. Нормально. Блять, что? Я только что и тут, блядь, нормально месил, блять. Теперь они хуярят. Ну, ты можешь не подсказывать чисто так, знаешь, чтобы как бы бал себе забрать не два. Подсказка. Да уж. Шли вот сюда-ка, нахуй. Я говорю, я только что с ними играл, они, блядь, как кузен, кто стрелял. Сейчас, блядь, выхожу, мне просто голову. Бам-бам, нахуй. И все, блядь. Так, убейте меня, боты, мне нужны деньги. Я проебался, не смог. Да ебать! Блядь, да нихуя. Пиздец вообще, что за боты жесткие, на. Пока там, да, отвлекай. Да, все. Одного убил. Ой, блядь! Меня сейчас расхуярят! Наш. Ну ладно. У меня вот реально хоть и дробовик, но у меня один выстрел. Ну да. Мне просто упасть нужно, блядь.
Да ебать. Что? О, двоих захуярил, нормально. Да ебать. Да. Так, собрались. Да ебать, что с ботами-то нахуй? Только что играл, они, бля, хуй на кто, как кто играет. Боты реально. А тут просто... Да ебать, ну. Тони, иди ты нахуй, Тони, блядь. Тони Монтана. Блядь, что за хуйня? Ботов не могут разъебать, что за... Хоть одного забрал. Опа, тут второй. Да блядь! Блядь, ну они из ниоткуда появляются. Да. Нахуй. Нахуй. Давай, пов... обратно. Не слышу. Минус. Да блядь, тварь ебаная. Блять, он еще и не с первого раза убивает. Да блять! Почему так долго невидимые? Я их... Блять, я вообще лоу нахуй остался после бота, блять. Нет. Да, минус 60, ну что это нормально? Минус. Блять, у меня сейчас что-то мало? 9 хп или сколько? 9 хп у меня, ел бы меня. Блять, он где я нахуй находился, что? Блять, вот он тварь нахуй, да? 9 попаданий, 9 урон. Блять, ну лоу HP максимальный нахуй. Блять. Пизда нахуй. 40, пизда на палочках, блядь, просто. Бля, вот здесь надо было АВП, блядь. Чё-то... Ну, хуй, ну, такой... Ну, бля, было бы проще, наверное. Я не уверен. Там просто был такой момент, нахуй, где я, блядь, с офисена мог загасить, но нихуя не было. Блядь, я лоу-чпи уже, да еб... Да пиздец, нахуй. Давай, хуил, я же знаю, что тут, блядь. Да... 50? Так, блядь! Просто у меня... Так, блядь, да что за пиздец? Они с калаша хуярят, блядь, хуй, хуй, хуй кто, нахуй. Так, вот так, так как будто получше. Да. Бля, вот тут бегает. Двоих захуярил. Ну. Да, еще. Кидают гранату, что? О! Где? О, нихуя, что-то обошел. Блять, у меня один хп, блять. Сколько? Троих захуярил, четверых. Охуеть. Хорош. Ну. Бля, ну тебе нужно постараться, как бы, ты в курсе? Блять, да тут, да нахуй, между. Я тут понял, 94. Блять, было бы красиво. Ладно. Да, они так на уверенность всех выходят. Да, вообще. Блять, просто. Чел сел нахуй. Челси, что? Бля, это он чел прозрачный просто стал. В моменте, блядь. Ну хоть одного забрал. Да. Отстань.
Вон там чел. Блять, их там трое, что, блядь? Блять, а, опять нет, на них. Не убивай, ты сзади. Кеннер, блядь, Коннор, блядь. Блять, что? Я вышел, мне в голову дал, нормально, блядь. Что, блядь, чел, блядь. Читами хуярит, блядь. Мне пальца, знаешь. Да ты заебал, Тоня, блядь. Он с читами, нахуй. Можно репорт на него, блядь, кинуть? Ебаный, блядь. Сука, бот ебаный, блядь. Щитами хуярит, блядь. Я то еще не вышел, он уже... Блядь, их там трое, на. Чё за хуйня? Четверо даже. Просто, блядь, Тони опять бошку ебашит. Чё за хуйня? Бля, он щитами гоняет. Может, репорт на него кинем? Может, его кикнем, блядь? Пусть его забанит, нахуй, блядь. Блядь, и меня Ксандр, нахуй, Андр, блядь. А, да нечестно, я появляюсь за спиной прям. Все, чисто. Еще. Здесь. Мой, мой, мой. Амба. Да бля. Хуй так. Здесь, Кась. Да, кстати. Блядь. Нормально так. Да сколько по ним? 36. Ой, ну что за мрак? Опа. 76. Опа, сосал, блядь. Хуйца, блядь. Блять, так было бы красиво сейчас зайти просто. Как же сейчас было бы охуенно с головой. Ну, блять. Мне бы такой сейчас. О, ебать их тут! А че их так дохуя не, блядь? Там трое, блядь. Да, да. Блять, а че у вас так дохуя, ребятки, блядь? Нормально, просто троих забрал. Охуеть, блядь. Охуеть, блядь. 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 Скажи, ты подаешься реально или шо, блядь? Нет, ты чё? Хуяли, я проеду. Просто по счету, блядь. По счету так не скажу. Блядь. Ну, блядь, как? Да, последнего надо забрать, последнего надо забрать. Бля, почему на Б нахуй? Блять, ну все равно красиво в любом случае. Все равно в любом случае красиво. Да уж. Сколько нахуй? 37, блять. А. Так, итого, сколько там получается у нас? 6-3 было? 8-3? Ну, по идее, да. Пиздец. Что-то мы поменялись ролями, да, видимо? Менялись ролями как-то нахуй. Да. Так, ну что, давай, я угадываю, да? Первый. Да-да-да. Так, что у нас там, блядь, напарники, да, получается? У меня везде будут, да-да-да, больше ты все, да, есть прицел, да. Так, напарники, Бизон, да, блядь? А. Бля, бля, Абэмми. Ёбаный рот, это вот казино, бля. Да, блядь, я тут смотрю просто Дигла, блядь, Бизон, нахуй, по 90 есть. Да-да-да, спалился. Нет. Блядь, ну ладно. Давай-давай. Ну ладно, окей. У меня в любом случае другое оружие. Охуенное прям, для напарников. Бизон, типа. Нет, далеко не Бизон. Даже не в этой категории, наверное, даже. Так, да, ладно. Да, да. Так, патронов тебе больше 30. Нет. Нет. У-у-у. Стоит меньше 1000. Бля, я же вроде посмотрел, но не записал.
Нормально. Что сказал? Меньше 1000 стоит. Нет. Больше? Ну, получается. Так, патронов меньше 30 получается. Да? Нет. А, больше? Нет. Больше 30, нет. Больше 1000 стоит. Нет, ты спросил больше 30. Ты спросил больше 30, я сказал нет. А, ну меньше 30 и стоит больше 1000. Прицел есть? Чего, блядь, больше? Если больше 30, я говорю нет, это значит либо их... 30, ну, меньше 30 патрон и больше 1000 стоит. А, ну да. Ну, прицел есть? Нет. Нет. А цифра названия? Да. Есть. Да, еще ты не спросил про дальний. На средней дистанции. Ну да, ну, кстати, вот тут уже... Нет, нет. Нет? Ну, блин, ну, как бы... Да, ну, мне кажется, нет, скорее. Ну, не, ну, блин, давай, да, давай среднее. Так, и что я имею? Стоит больше 1000? Меньше 30 патрон. Есть цифра в названии. Или около того. Да, нет прицела, но на среднюю дистанцию. Ну, блин, блять. Там средний, не знаю, ну, тут, кстати, КЗ. Я не помню, что мы тут договаривались. Ближний. Ближний, средний. Блять, ну, тут дохуя вариантов, честно. Как бы. Давай, это калаш. Сразу, да? Ну да, похуй, ебанем. Нет. Нет? Даже с категорией не угадал. А что это, блядь? ППшка. ППшка? Да. Какая? Ну, типа, я думал, типа, занести это в ближнюю дистанцию, а потом, как бы, хз. Ну, на среднюю, наверное, больше. Ну, Юмп, что ли, 45-й какой-нибудь? Не, МП-9. МП-9? Ну, да. Блядь, нормально. Ну, я поэтому и думал, типа, хз. Ну, вообще... Ну, блядь, я не знаю, наверное, будет проще эти, блядь. Ну, блядь, можно убить и со средней, и с дальней станции, знаешь, блядь. Ну, наверное, ППшки для ближней больше, наверное, вообще будут. Ну, вот я бы тоже вот просто склонялся к этому, типа, что вот... Просто, с одной стороны, у нас ближняя имелась в виду дробовик. С одной, по сути. Ну, там по патронам уже нужно будет смотреть. Ну, да. Так что тут больше 30 патронов или около 30 нет дробовиков. Ну, давай, угадывай мой нож. Или мой калаш. Ладно. Есть прицел? Ну, нет, оно есть. Ну, нет, такого, как у снайперки нет. Что? Ну, все, да-да-да, давай не пытайся меня запутать. Больше 30 патронов. Бля, я не помню, нахуй, кстати. Ну, надо, я хоть посмотрю. Ну, кстати, ну... Не, сейчас я помню, сколько, но сейчас на всякий... Чтобы было точно, блядь. Больше 30? Больше 30. Есть цифра в названии? Да. Так. Это стоит меньше 1000? Нет, чуть больше. Это на среднюю дистанцию? Ну не, на ближнюю, наверное, больше. Ну, задумано на ближнюю, но можно и среднюю, и дальнюю, ебануть. Сука. Чуть больше 1000 есть. Ну, у тебя там не так много вариантов, кстати. Мне почему дохуя, не? Нет, если ты выбрал сейчас, если ты понял, какая у тебя категория, то там не так много вариантов, если, как я что, помню. Что мне надо сейчас в голове? Нет прицела. Что это, что я сказал, меньше 1000? Я сказал чуть больше, да. Чуть больше. Блядь, ну по патронам я не помню. Ну, сука, я не понял, что это за категория. Бля. Ну, ты сказал меньше 30, я сказал нет, больше. Ну, смотри. Это бизон, не похуй. Ты уверен? А, все. Я просто на него нацелился. Может, я думал, что это ППшки, но я выбираю. Ну, смотри, там их несколько, у кого больше 30 патрон. Ты меня заставил, понимаешь? Поверить, но ты уверен? Да, все. То заключительный ответ.
Да все, вообще не знаю. Я уже думал на P90 переключиться. Нет, все, бизон. Блять, сука, ебаная, блядь. Да, нахуй. Ой, как нахуй я нахуй сказал, блядь? Пиздец, я что-то, блядь, задумался, такой, блядь, ну что там, бизон, нахуй? Вот если бы ты один раз сказал, я бы не подумал. Так, это 6-6 у нас, да? Ой, 8-6. Есть шанс. Есть шанс. Блять, просто я что-то тупанул, сам сказал, ебать, блять. Нормально хуйня, блядь. Так, ну чё, чё там у меня, блядь, был? Бизон же, да, нахуй? Ну, мы с пистолета начинаем, получается. У меня тоже. У тебя не бизон, не пизди, блядь. Да, ну сам прокололся. Ну, пиздец, блядь. Стоп, а тут мы как решаем? Колбушки? Счёт. Вода? Бля, лагает, спасибо. Монстр. Отлично, отлично. Чё? Длину, давай длину. Смотри, длину я монстр. Там длина пойдет. Шорт. Длина, блядь, хуйня, блядь. Пойдет шорт. Блять. А, ну здесь, кстати, как напарники реально? По киллам? Нет, по счету будем ебашить. Да. Бля, я хотел калаш купить сейчас. Да, где моя? А что у меня? А у меня вместо этого маг 10 получается. Ну ладно. А вообще в курсе, если у тебя нет твоего оружия, то мы с пистом ебашим. Чего мы? Помнишь, мы если у них оружие у нас, типа, которое нам выпало, мы с этим ебашим. С пистом. Где? В курсе? Ну ладно. Ну да, с первой тебя победы поздравляю. На, какой нахуй, подожди, блядь. Да, с первой победы, блядь. Я думал, в следующей серии, блядь, пососал хуя чисто, блядь, знаешь. Ну, ладно. Да, блядь. Знаешь, вроде сейчас даже если я выиграю, блядь, не знаю, не буду радоваться, хуй его знает. Вода. Он в HP. 56. В бачки стоит. Блять, не успел. На монстр вроде. Монстр. Настраивай. Ну, ебаный лаг. Да ладно, настраивай. Да дело не в этом. Ну просто эти, бля, как с лагами играть? Получается вообще, блядь. С ботами, то есть эти, да? И то даже они. Даже они хуярят, блядь, когда ебаже, блядь. Да даже и так, там тоже за ботов, там и за ботов лагает уж. Let's go, заходи. Бля, да заебал, можно. Минус. Вода, там же. Бля, хуйня. Сука. Я бы не стал в дым фуярить, что нахуй надо. Ну да. Блять, давно не играл в эту залупу, блять. Давно, блять. Ну. Это по-нашему. Да. Хуяно, да, играем? Выиграем еще. Чему, блядь, ну, такая хуйня? Почему, когда целенаправленно хочешь повысить себе, блядь, звание, какая-то хуйня, блядь, получается? Да не читаки, блядь, то не читаки, блядь. Киловые челики попадаются. Хуяна? Я дал мне преимущество.
Думаю, он будет вот здесь стоять. Там вода. Ой, блин. Че бамбу поставил нахуй? Как будто бессмысленно уже, да? Да не-не, ну есть шанс. Сейчас подожди, мы за КТ как перейдем там. Ой. Да сейчас, может, ты, бля, возьмешь свое оружие там и все. Ебать того, урод. Бля, спасибо. Прочитан нахуй, просто прочитан. Да ладно, сейчас мы за час три раунда еще есть вроде. Или нет? Бля, почему у тебя звание есть, у меня нету нахуй? Че за хуйня, блядь? Потому что я недавно играл. А, понятно, блядь. Так, ну с пистом получается опять. Бля, ну он один, смотри, блядь. Пиздец. Ну это наоборот минус, если я даже при желании, если его буду убивать чисто я. Ну сука, хуйня ты, ёбаный. Дай играть, блядь, ты и так уже выиграл, блядь. Нихуя, блядь. Подожди, блядь. Так, ну я беру свое, да. Ну даже если его убью. Сколько мне, 3 дадут, блядь? Ну смотри, куда, если в гол, там сколько, 5 дают вроде баллов. Да, не, шанс еще есть, слушай, есть шанс. Ты че, Иван? Ну, ты можешь посмотреть таби, там еще есть шанс. Да, шанс еще есть. На базе, может быть. Ну, либо он тебя обошел. Меня? Ну, я уже обошел, он его нету. Ах ты, сука, блядь. Ну, блядь. Че, он там? Да, он уже вышел здесь, может быть, здесь. Ладно, блядь. Как раз шел на его базу, думал, сейчас АФК, сейчас быстро его убью с ножом. Ну, поздравляю, Даня. Ура, нахуй! 1-0 хотел сказать, блядь. 3-1, блядь, первая моя победа, ебать. Ну все, что-то 3 следующие, нахуй, серии просто проигрышные будут, так что, блядь, рано радоваться, нахуй. У, нихуя, второго дали, прикинь, блядь. Сильвера, блядь. Да, интересно, первая моя победа. Ну, лайк за такую подписочку. Вот. В принципе, все, ребят, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях по другим играм. Давайте. Вот что я хотел показать.